Эмоции здесь бьют через край. Это следствие важности каждого поединка на первенстве России по фехтованию. Спортсмены уже опытные, ведь выступают юниоры и юниорки до 21 года. В ближайшее время они составят конкуренцию членам основной сборной страны. Саблисты сильнейших уже определили. Далее в программе соревнований «Шпага». По словам атлетов, эта дисциплина привлекает своей свободой. Шпага длиннее, чем рапира. И в шпаге, если можно колоть во все тело, а в рапире только в торс. Мне удобнее на шпаге. Там можно и прямо уколоть, и через оружие, а в рапире только через оружие. Во-первых, у нас в городе кроме шпаги и рапиры ничего больше нету. Ну и, соответственно, шпага меня больше привлекла. Чем? Колешь куда хочешь. Меньше правил, соответственно, интереснее. Лучше колоть в разные места, чем в одну зону. Это чисто мое мнение. Соревнования такого уровня в нашем городе проходят впервые. За неделю в рамках первенства России по фехтованию за медали поборются около 1000 человек из 33 регионов страны. Участников могло быть еще больше, однако многие не смогли приехать из-за коронавируса. Пензенскую область представляли 6 человек, и все они выступали в зачете саблистов. Шпага и рапира у нас заметно отстают. Ну а лучший результат среди наших показала Алина Гордиенко, которая прошла в 1/16 финала среди девушек. Неплохо, но могла выиграть за табло 1/8 сильнейших и выполнить мастера спорта, но москвичка переломила бой и выиграла. Но ничего, мы не расстраиваемся, мы идем дальше, работаем, есть к чему стремиться, но уже делаем какую-то конкуренцию, и мы хотим еще сильнее развивать фехтование в Пензенской области. В командном зачете среди саблистов пензенцы стали восьмыми.